Добрый день, друзья! Это наша лазерная установка для раскроя трубы профилей. И в этом видео я вам покажу, какие действия нужно предпринимать для правильной работы и использования данного оборудования. Итак, в первую очередь нам нужно подсоединить электричество. Если пройдете со мной, я покажу, что у нас вот здесь подсоединено трехфазное электропитание в данном щите. После того, как мы запитали оборудование, нам нужно подойти к контроллеру. Здесь наш контроллер. И как мы видим, под экраном находятся несколько кнопок. И мы включаем все по одной. И мы можем наблюдать, что экран загорелся. Перед тем, как он загорелся, мы можем приступить к следующим шагам. Пройдемте со мной. Дальше нам нужно включить водяное охлаждение, водяной кулер и наш лазерный источник. Итак, для начала поднимаем рубильник на водяном кулере. Здесь мы можем видеть цифры, и сверху указаны цифры с буквами, которые обозначают тревожные сигналы. Если ничего нету, то мы можем продолжить нашу работу. Здесь наш лазерный источник, включаем его данным рубильником. Так, дальше нам нужно подключить наш воздушный компрессор. Здесь у нас маленькое окошко, и мы видим зеленую кнопку. Удерживаем ее 3 секунды, и он начнет запускать свою работу. И всегда имейте в виду то, что данная кнопка должна быть в положении включена. Если вы режете толстые материалы, то для этого необходимо будет подключить вам кислород и включить давление. После чего мы можем уже подходить к контроллеру опять. И мы видим, что он уже загорелся. Здесь мы входим в систему. Нажимаем кнопку ОК. И на данном экране мы можем наблюдать, что состояние всех индикаторов рабочее. Все загорелось зеленым светом. Отодвигаем нижнюю полосу и сворачиваем окошко. Запускаем программу Tube Pro. Ждем, пока она полностью запустится. Дальше, в соответствии с указаниями, мы видим, что нужно вернуть в исходное положение ось Z. Можем вернуть все оси. Нажимаем кнопку «Начать». Как увидели, завершено. Выходим и выбираем программу, с которой будем работать. Здесь мы нашли свой файл в моем компьютере. Как видите, была предустановлена USB-диск. Выбираем нужную программу и загружаем ее на экран. Дальше кнопку «Загрузить файл» и выбираем нужную заданную нам программу для резки. Нажимаем на кнопку «Старт» и мы готовы к работе. Теперь берем и загружаем трубу. Для этого нужно поднести поближе нашу каретку.
Проходим к передней части. И нажимаем кнопку PN и Zero. Дальше нажимаем кнопками-указателями, подносим трубу в нужное положение. Зажимаем данную кнопку.